Я впервые встретил Дина сразу после смерти моего отца. Я был молодым писателем, полным амбиций. Дин торопился жить. Он только что женился на 16-летней девице по имени Мэри Лу. И где вы находите этих нереальных людей? Я никогда не встречал никого круче. Не делай ничего, что не стал бы делать я. С появлением Дина Мориарти началась часть моей жизни, которую можно назвать жизнью в дороге. Ты, наконец, отправился в путь. Он не чувствует себя ответственным за других. Я думаю, он просто наслаждается жизнью, оставаясь собой. Он фантазер. Я не хочу тебя больше видеть. Я не знаю, что со мной не так. Я творю все эти глупости, думая, что так наполняю жизнь. Но я просто сгораю. Я, как и всю жизнь, плетусь за теми, кто мне интересен. Гаррет Хедлунд. А интересны мне одни безумцы. Сэм Райли. Кристин Стюарт. Те, кто без ума от жизни, от разговоров. Кто жаждет всего сразу, кто никогда не скучает и не говорит банальностей. Кто лишь горит. Горит. Горит, как фантастические свечи в звездном небе. На дороге. Фильм Уолтера Саллиса.